Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Добро пожаловать в противостояние в Майнкрафте. Сегодня у нас будет противостояние острова Нуба против острова Профессионала. Главной целью нашей заключается то, чтобы мы искали сундуки и находили более крутые предметы. Но для того, чтобы победить, нужно проникнуть на вражеский остров, найти там блок обсидиана, и тот, кто сломает этот блок обсидиана на вражеском острове, тот и является победителем. Ну а ты прямо сейчас пиши в комментариях, какой один из этих 5 предметов ты бы хотел себе получить. И после этого обязательно, конечно же, не забудь поставить лайк под этим роликом, потому что чем больше лайков набирается, тем скорее и быстрее выходят новые сражения в Майнкрафте. Ну а если ты еще до сих пор не подписан на канал, то просто щелкни на красную кнопку подписаться, и ты точно не пожалеешь. Приятного тебе просмотра! Ну что, Нубик Кубик или Сунчик Пердунчик, вы готовы? Короче, у нас сегодняшний батл начинается. Я сейчас вам напомню правила. Помните, то, что на вашем острове находится обсидиановый блок. На моем острове он тоже находится. И тот, кто сломает обсидиановый блок, тот побеждает. Но смотрите, учитывая то, что у меня все кирки алмазные, я могу сразу ломать ваш обсидиановый блок. Я сделал так, что и мне, и вам нужно найти кирку со специальной меткой о том, что он может ломать обсидиановый блок. Тогда так что, друзья, наша битва уже, кстати, началась, так что не понимаю, почему вы стоите на месте. Так, я тут Нубик, слушаю, стою его. Стоп. Стоп, мне показалось. Что? У меня кирка алмазная одна штука, она зачарована на 1000-й уровень эффективности. Погодите, так, это что? Ты что-то ваше, погоди. Нубик, ты чувствуешь, что с самого начала? Я ее не буду использовать. Вы понимаете, это слишком читерски. Я потом, если что, в конце вам попробую с ней, короче, поиграть. Товарищи. Так, откуда у меня эта штука? Ой-ой-ой, вы уже сундуки находите. Да. Стойте, я тоже пошел копаться уже тогда. А ты чем занят? Нубик, вон там. Что? Вон там где-то. Нубик, все, короче, ты так, реально уже невозможно. Возможно. Кстати, тот, кто первый, либо упадет, либо кого замочит, у нас табличка с вами появится. Нубик. Вот, так что все. Так а что давайте Нубик-то? Ищем пока что блоки, вернее, сундуки. Короче, ладно, я все, я ищу. О, нашел! Что? Ищи, Нубик, быстрее, он уже нашел что-то. У меня супер алмазный меч профессионала. Да, давай кидай, Нубик, я возьму. Да, Сэдди, у тебя ничего. Вы офигеете. Слушай, ну вот что-то как-то нам не очень везет. Я же на чанке, ой, я же на острове профессионала, Нубик, в смысле нечестно. О, спасибо. Поздравляю, золотая бита. Золотая бита, реально, что ли? Еще третий сундук. В смысле золотая бита? Я даже никогда не видел ее, в смысле, что это такое? Спасибо. Ай! Нубик говорит бита. А, все-таки его, да? Бита есть. Это что за лук такой? Супер лук какой-то у меня. Супер лук. Что у него? Это что за вещи, модная, друзья? Одежда, что ли? Иди сюда. Да, реально? Это не тот лук. Вы не о том луке говорите, короче. Я хочу его опробовать срочно. У меня там, знаете, какие уровни зачарования? 5555, если Нубик, что, смотри, понимаете, что да? Это супер лук. Супер меч и супер лук. Мы поняли, вот Шадечка. Что? Что вы там смотрите? Ой, еще один сундук. Ой-ой-ой-ой-ой, я обожаю свой остров. Я просто обожаю свой остров. Он самый лучший на планете. Так, что, Нубик? Что у тебя там? Что такое? Нубик, заделай, заделай, у тебя земля. Что за мясо еще, Нубик? Ну-ка покажи, а ты можешь его перекинуть мне как-то? Куски зомби мы нашли. Ой, ё-моё, куски зомби. Нубик, откуда на твоем острове? А мы можем их оживить? А мы их не сможем оживить. А попробуйте мне оттуда его кинуть, короче, этот кусочек какой-нибудь. Мне интересно, как это будет выглядеть вообще, получится или нет. Да, 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 давай, 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 давай. Ну попробуй, Леска, подумай. О, еще сундук, прикольно. О, прикольненько, прикольненько. Так, давай, Леска, ну-ка, Нубик, давай кинь, попробуй. Попробуй сюда перекинуть, как бейсбольный мяч, короче, эту штуку. Подожди, а зачем? Ты, давай. Ты сейчас выстрелишь в нас. Мне интересно, эта штука кидается или нет. Ну, я, Нубик, ну давай уже, я ж тебе... Давай я выйду что ты? На поверхность. Давай, давай, давай. А чё, зачем поднимаешься на остров-то, я не понимаю. А куда? Так, ну-ка, давай. Чё, летит или нет? Я чуть не вижу вообще. Сейчас опять погоди. Обманешь нас? Так она не летит. Нубик неправильно кидает. Леска, ну-ка ты кинь, попробуй. Вот. Давай. И чё, я не вижу, она не летит вообще. Вот же летит. Я что-то не вижу. Погоди, вот стрела моя летит. Вот, моя стрела летит. Всё. Вот вам так и надо. Так, Нубик. Вы понимаете то, что это лук? Это просто лук с одного выстрела, который попадает. А, Нубик ко мне телепортируется. Нубик, что, у вас уже эндер... Ай, у вас уже эндерперлы появились. Откуда они у вас? В смысле? Ну, знаешь, у нас тоже остров не промах. Так, что-нибудь. Так. Так, давайте, Нубик, друзья, давай, в дом там, стреляем, нас, короче, куда-нибудь. Этот... На! О, есть, попал! Прямо во время того, как летела эта штука. Я хочу это прикольно. Показать.
Какое мясо ты... Сейчас ну, давай, мясо ладно. Начнется уже, по-моему, тут у нас. Нубик, что-то у вас у тебя проблемы какие-то, ты не можешь долететь вообще никак. Так, а что, где мои фонарики? Ладно, фонарики. Пошел я копаться дальше. Знаете ли, остров далеко не маленький, и сундуков что, тут, кажется, я так как будто полагаю, маленький, тоже. Да, то ли то, что пространство много открытого. Да ладно, в смысле не маленький? Большой, ой, вообще-то, ты чё? Ладно, ой, ладно, чё я сказал? Погоди, в смысле маленький, он же большой, вот. Я запутался, короче. Ну, что ж такое-то, так. Да что ж такое-то, Нубик, ты будешь копаться или нет уже наконец-таки? Я хочу тебе леску. А, Нубик не может докинуть. Леска, приветики. Да не, оп, успела. Я тебе сейчас луком попаду. Нубик, а ты не хочешь смекалочку включить какую-нибудь свою, если она у тебя присутствует? Ну, если у тебя не получается докинуть с того места, на котором ты стоишь, может быть, тебе нужно построить маленький мостик, приблизиться поближе и скинуть более ближнего расстояния, нет? Нубик, включай. Это Шерлок Холмс вообще-то, это метод дедукции. Нубик, я хочу тебя поздравить, у меня одна лопата сломалась уже. Одна лопата. О, Нубик, не помогаешь. Кстати, реально времени столько уже. Я нашла кирку для обсидиана, ес! О, нет, у меня такой нет еще до сих пор. И у меня до сих пор такой броньку нет нашла, еще. Мне срочно. Да ой-ой-ой, мя... вот эту фигню так, вонючую, погодите, я убираю. Мне не нравится то, что. Принес я тоже нашел, прикинь, леска. Да я ладно, Нубик, давай нашел. Быстрее, надо обсидиан искать, я давай. Пришел, все, пока. Спасибо, Нубик, иди домой, давай, потом все, пока. Будет у нас. Давай погоди, скорее. Дай меч опробую. Опа. Все, давай, беги. Ой, фу, вонючка лежит у меня прямо здесь. Нубик, ты че? Она реально тухлятина, кусок какой-то вонючий лежит здесь. Нубик, ну, конечно, испортил мне мой профессиональный остров. Так. О, еще сундук, привет. Ой-ой, что это такое? Что, где ты, Нубик? Что такое? Что происходит вообще, скажите мне? Я вообще копаю. Так, сколько я уже алмазных блоков сломал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В смысле? В смысле, Нубик, какую кирку? Ты что уже? Давай у меня будет. Зачем тебе кирка? Я тоже не поняла. Кстати, вот именно, Нубик, не хочешь заняться поиском сундуков случайно? Давай-ка ищи сундуки. Что-то ты все время. Нубик, а смотри. Я поздравляю, слушай, у меня алмазные яблоки есть. Интересно мне. О, чуть не упала. А вот, знаете ли, вот действительно, мы... Ой, что так много всего? Мы защищаем свои же обсидианы, но где они находятся, мы с вами понятия не имеем. Вот это, мне слушай, кажется, а очень интересно. А вот как интересно, интересно понять, они у нас в одинаковом месте на наших островах? А, ну, я не как, знаю, как мне как кажется, не в центре, знать? Скорее всего. Ну, серьезно, где могут быть обсидианы? Не это представь то, что придет. Это как центр такой. Мне кажется, то, что логично, ядро, что прям, эта штука да, находится типа где-то... Да, конечно. Понятно. Ну, а но, мне кажется, то, что да. Ну, где-то смещено. Ладно, копаем, никто не знает по-любому. Смещено? Не знаю. Может быть, вы, что-то у вас там смещено в бок, не знаю. Челюсть не выехала знаю, наружу. Смещено. Ой, смещено, говорю, смещено, но без понятия, что может быть. Так, ладно. Я пока что, знаете, у меня столько алмазных блоков. Я сейчас буду свой остров немножечко расширять. Вот он у меня немного увеличиваться будет, вернее, в размерах. Вот, и станет немного покруче, побольше и так далее. Вот. Так, например, ух ты, Нубик, золотая броня. А, не спасла тебя, не спасла тебя золотая броня. Хорошо, давай ставь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть... Семь. Все, так, сделаем. Так, немножечко. Что ты там, леска, делаешь? Так, что ты там делаешь? Я что-то забыла. Так, я сделать. Пока что вот сюда. Ставь, давай, не забывай, леск, не забывай ни в коем случае. Так, слушайте, это действительно сложно. То есть мало того, что нам надо как бы друг с другом тут сражаться, нам действительно нужно еще и определить, что, Нубик, где что, находятся что все нашел? Вещи. Вот это вот, яйцо крутится. Яйцо крутится, Нубик, у тебя только все крутится. Все. Ура! Ты запустил? Подожди, он не разорвет. Он запустил его, подожди, что ли? Подожди, он наш он остров там... разорвет, наверное. Ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой, Нубик. Это опасная смысле, штука. Ура? Ой, Елеска, что у вас происходит? Боже посмотрите, мой. Это реально это страшно все выглядит. Ой-ой-ой. Ой, боже, я так испугался, я уже там мутант какой-то появился, такая реакция была, что прям, не знаю, там тарантул какой-то вылез. Кстати, Нубик, а ты знаешь, что такое тарантул? Тарантул — это таракан-жукан. Нет, ну почти, да. Лес, Нубик, как ты думаешь, кто это такой тарантул? Нет, ну это не совсем, ну не жукан, нет. Это гигантский паук. Это просто паук вселенских масштабов, так его назовем. Такой маленький. Так, как же хорошо. Хорошо, что этот Нубик как отвлекающий маневр действует, потому что вы пока что ничего не замечаете. Это хорошо. Что мы замечаем? Что ты нам делаешь? Так, у меня тут... забрать его.
Стоп, почему у меня эта штука? Не трожь ребенка. Так, стоп, подождите, как ты тогда сделал, чтобы она работала, я не очень понимаю. Так, слушай, у меня сломалась вторая эта самая. Так, ага, все, я механизм неправильно делал. Может, мне не надо этим механизмом заниматься? По-моему, у меня очень много времени на это сейчас уходит. Так, давай-ка вот не занимайся этой ерундой, ладно, там уже, не знаю. Так, я? В смысле? Да. Че? Слушай, это механизм, это крутая штука вообще-то. Я пошла крафтить лопату, я не могу. Так, я не могу самый простецкий механизм вообще сделать, у меня не получается. Так, что если сделаем... Ой! Нет, не получилось. А, нет, стоп, я же вот так не сделал. Нужно сделать вот так и попробовать. Не, не получается. Ладно, в любом случае, попробуем хотя бы сделать это вот так. Так, не будет оно работать само, ничего страшного. Я, в принципе, рукой могу немного понажимать. Мне лопату скрафтить надо. Так, это сюда и вот сюда. Мне надо выбраться и скрафтить так. А, только единственное, что у меня нет, получается... Надо дерево взять немножечко. Придется вот так вот все это делать. Хорошо, что у нас так, дерево ну ладно. Есть, да, на нашем острове. Придется как-то, хоть зато те штук хотя бы много там вылетает. О, это ужас вот. Какой-то. Так. Да, это я согласен. Настоящий ужас какой-то происходит. Непонятные вещи так, творятся. А что у нас, кстати? Вот а, как-то у нас так. Ладно, короче, пошел я дальше копаться, потому что мне как-никак тоже интересно, что мне тут за вещи лежат. Слушай, я что-то попробовал... даже уже не верю, что мы так, найдем это. Ладно, слушайте, обсидение, почему бы не а просто же так мне. О! Так, стоп, я сломал нечаянно что-то. Что здесь? О! Пистолетик прикольный попался. Так, не... Ой, недаром же мне положили вот этот специальную кирку на супермиллионный уровень зачарования. Да, подожди, так что лопату. Я ей сейчас буду уже пользоваться. Так, давайте, друзья, вот здесь так, поломаем. Давайте поломаем здесь. Ой-ой, что это такое? Так, камеры видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения нашлось. Зачем? 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 Вот, так. Не знаю. Честно, не знаю, зачем мне камеры видеонаблюдения, но очень интересно. Очень интересно. Вот, так, сломаем здесь да. немного. Так, друзья, давайте здесь еще поломаем. Так, как... Ой, я еще, знаю. Что это? Ой, целых два сундука за секунду нашел. Так, это сюда. Так, камеры видеонаблюдения пока что отодвинем. Так, а можно мне тоже броньку какую-то? Потому что у меня до сих пор броньки нет. Это неинтересно так. Подожди, я бы себе тоже хотел бы какую-нибудь крутую так, броню. Это ерунда какая-то. Так, слушайте. Это сундуки, все, это сундуки, это мне неинтересно. Ломайся, давай. Так, где же еще они могут быть? Возле дома, может быть, спрятаны, я не у знаю. Тебя нормально о! Что-то? Нашел! Так, стоп! Ой, погодите, друзья, давайте мы сейчас кое-что попробуем сделать. Я такую штуку сейчас, погоди. Так, во-первых, я теперь могу вот так делать. А, вот так вот нажимать все это дело. А во-вторых, друзья, делает? Я могу сделать одну слушай, штуку ну прикольную. Ерунда, давайте попробуем. Так, поставим... Стоп. В смысле? Да. Я не могу поставить его? Почему? Почему он не ставится? Почему он не ставится? Он не ставится у меня. Ладно, сегодня ничего удачи. Страшного. Не на твоей стороне. На моей стороне. Нет! Что, Нубик, что у вас там? А у вас там пожар, я смотрю. У вас там пожар какой-то мощный идет, прям очень а сильный. А что ты нам, смотри, так. Что делать? А что-то какое-то ну, началось там дело непонятное. Так, так, это сюда. Так, давайте, друзья, возьмем вот эту штуку и сделаем как-то слушай, вот а так вот. Ты не один раз не провалился. Куда провалился? Я? Да. О, не знаю. Не знаю, как-то вот так получилось, то, что я ни разу не провалился почему-то и не получилось у меня это сделать. В смысле? Привет, привет, лисунчик. Что ты тут телепортируешься ко мне? Ну, потому что я в тебя из лука попал, прикинь. Я вроде уже вылетела, не вылетела. Как-то. Куда? Не туда вылетела. Надо было влететь в правильное место, а ты в неправильное место вылетела, получается. Ну, опять за свои установки, опять за свое, а? Ну, бекон за старое. Установки — это круть, вообще-то. Нет! Ладно, ничего страшного. Ну, мы, главное, сделали свое дело, друзья. Нет! Так, падаем вниз, падаем вниз. Это так, что? Ладно, теперь спавнимся. Что, где? Что там такое? Какие-то эти с глазами. Ух ты, ничего себе, у вас там мутанты! У меня отвелчилось, друзья. Ай! Ай! Так. Подожди, я поняла. Нубик, я не знаю. Что у вас там происходит реально? Страшно? Тише. О, нет! Нубик, не кричи только реально. Очень громко то. Я все... Нубик, у меня здесь снизу их полно. Идем немножечко, делаем вот так. А как ты сделаешь это? О! Йо, у меня динамит. Я такой динамит нашел специальный. У меня динамит, который спавнит мобов, получается. Вдруг они его сожрали. Так. Наверное, съели они его, действительно. Что у вас там за стрельба, пальба такая идет сильная? Все, Нубик, Кубика уже больше не будет. Слушай, я надеюсь, что он куда-нибудь провалился, и он живой. Ни Кубика, вообще никого, походу, уже больше не будет. Так что я даже не знаю, что мы с вами теперь будем делать. Так. Так, ну там, скорее всего, леска. Яйцо — это хорошо, как говорится. Так, ладно, поехали. Поехали. Так. Кстати, у меня одна прикольная идейка чем появилась. Чем мы занимаемся? Нубик, ты понимаешь, что у нас просто мега отвлек?
Я, да, я вас мега отвлек. Это просто... Потому что кто его знает? Вдруг я прямо сейчас нахожусь где-то у вас здесь и да, что-то делаю интересненькое. Я не знаю, что ты делаешь, уже реально так, какой-то ерунд. Только как этот обсидиановый блок искать теперь? Это очень интересно. Это очень интересно безумно. Так, мне нужна лопата для обсидианового блока. Я могу сделать огромное количество алмазов и сделать себе, скрафтить, короче, лопату. Так, а еще можно сделать, сказать, вот эту штуку. Это прикольно. Вообще... Стоп. Вот ай, что у вас там происходит? Слушай, какие-то звуки страшные. Ты меня в какую-то очень... эту тартарары отправили вы меня? Я думал, в торпеду тебя отправили в какую-то. Это похоже. Так, ладно. Так, маленькая леска, я понял. Так, это ой, хорошо, друзья. То, что маленькие лески всякие отвлекают, походу, там маленькие все, нубики. Короче, я уже не вернусь. Это все очень сегодня? Круто, конечно, и офигенно. Так, если мы сделаем а у нас пока... из-за Бермена эндерпёрлы попадали. Это хорошо, это хорошо, наверное. Да что ты что? Будешь что? Делать, что? Шеди? У нас что? Вообще какой-то леска, тут... что? Не знаю вообще. Что у тебя происходит? Что у вас там? Скажите мне, пожалуйста. Да я меня кто-то заколдовал, реально... да я не могу выбраться. Кто? Нас затянула что? Откуда чёрная ты дырка какая-то. В смысле? О, а я думал, это ты, это не ты. Погоди, резко, что происходит? Ты бесконечно падаешь вниз? Да. У тебя, потому что ты, скорее всего, яблоко какое-то съела. Тебе придется, короче, самоликвидироваться, понимаешь? Я вот, поняла. Ты уже не выберешься, я короче. Не вот. Это нормально. Если бы я съел алмазное яблоко, у меня бы то же самое было. Вот. Так что тебе придется либо килл прописывать, либо еще что-то. Так что это нормальная идея. Так, сейчас вот. Я, может быть, так, стоп, мне нужно дерево. Друзья, пока я нахожусь здесь, мне нужно дерево. Нубик, я лечу. Так, что получилось? Ну, наконец-то, резко. Наконец-то. Так. Так, я пока что... О, нубик упал. Слушай, у нас пробит остров просто, как я не знаю, из него льется вода. О! Я... Это плохо. Я понимаю, это плохо. Это очень плохо. Что но ты делаешь, не для да? меня. Это не для меня. Мне нужна... Ай, зомби-мутант! Ну я же тебя сам и поставил. Что ты меня бьешь-то? Отстань-то от меня. Так, стоп, съесть. Нет, я не успел съесть алмазное яблоко. Что за дурдом? Так, мне нужно дерево. Мне нужно дерево. А дерево я могу добыть только у вас. Так что мне нужно. Нубик, к вам. Мочи его, как-то мочи. Так. Мочи Нубика. Так, о, леска уйди. Возвращается, короче, понятно. Уйди. Леска, ты как-то там-то оказалось? Что вообще происходит? Что леску просто депортировала. Депортировала очень далеко это. Ее. Так, где у меня? Вот она, эта штука ой, находится. Друзья. Так, делаем ой, так ой, и делаем вот так. Так, смотри, теперь вот сюда. Опа, не надо, лесочка. Пожалуйста, снова, привет. Снова эта дырка о, будет. О, все, леску снова затянула. Так, у меня есть да пока что отличная возможность добыть а? Как можно больше... Нубик, ты смешной. Тебе говорили об этом или нет? Ухожу, все, ухожу под землю. Я иду обсидианный блок искать, Нубик, все, не мешай. Чем я занимаюсь? Можешь мне, не мешай мне, пожалуйста. Так, Нубик. Иду искать обсидиановый блок. Все. Боже, ушел. Нубик, ушел. Ищи обсидиановый блок. Быстрее, он сейчас заберет его у нас. Так. Не трогайте меня, не трогай. Ладно, давай, у тебя 3 секунды есть. Давайте, мы, друзья, сейчас леску не трогаем, потому что она... Нет, я не могу скрафтить, мне нужно еще больше дерева для того, чтобы верстак сделать. Обсидиановый блок так и не найден. Даже 1000 уровень зачарования кирки мне не помогает, вернее, не по... Да не что? Поможет ничего что найти за, у здесь. Тебя лук ненормальный, я скажу. У меня хорошее... Это, все у меня хорошее, короче, как-то так. Чего ты тут поставил вот. Свой блок-то? Зачем он нужен? Чего? Нет никаких блоков, так, резко. О чем ты говоришь вообще? Так, все, короче. Так, Нубик. Это мы сюда берем, это мы сюда берем. Нубик, на тебя никакой надежды, ты будешь реально. Копать, пожалуйста. Просто никакой надежды, вот честное слово. В любом направлении. Я потому что падала в эту дырку, я реально уже думала, я не вернусь к вам. Леску затянула реально в пропасть какую-то. Я тоже так, где я этот обсидиановый блок? Обсидиан, ребята! У меня что ли? Я не знаю, нет. Ну, а, так это я! Это же я должен его сломать, Леску, не трогай, спасибо! Не трогай! Все, друзья! Нет, уходим. Нубик, он... убирай! Так, где моя специальная кирка для обсидиана? Нет. Вот она. Так, я должен ломать его. Давай, ускоряемся, друзья. Обсидиан еще что долго ломается, так что у вас время есть. Я не знаю, как-нибудь меня остановить. Ну, есть, я сломал да его. Да что-то у меня из-под носа. Все, вот он, друзья. Я его взять должен. Нубик. Быстрее его сейчас в унитазию смоет куда-нибудь. Нубик. Быстрее. Это воровство. Он украл, давай. Наш блок. Стоп. Почему ты есть. Пришел к нам? Все, друзья. Все. Нубик. Вот у меня блок обсидиана. Я сегодня победил, короче. Давай, это наш блок. Все, это наша можно победа. Падать. Это моя победа. А в смысле ваша? Вы должны были ломать блок на моем острове искать. Зачем вы? В смысле? Это наш вы не остров. Поняли, что ли? Либо да что? Вы не поняли. Что? Да ладно, в смысле, как это не понять? Может, я вообще к тебе не даже понимаю. Не собиралась. По-моему, все максимально было понятно. Нубик, в общем, друзья, какой-то. На этом можно вообще. Заканчивать это сражение. Вообще. На связи был Шедимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.